1 июня все управляющие компании России должны отчитываться в интернете. Для этого они должны прописаться на портале ГИС ЖКХ. Правда, как выяснилось, за круглым столом коммунальщиков Петроградского района сделать это невозможно. В трех местах уже размещено. Вот сегодня в трех местах. А оштрафовать за то, что в одном месте будет размещено, а не в трех, вы можете? Этот спор разгорелся между представителями власти и ЖКХ. Чиновники требуют, чтобы коммунальщики исполнили требования законодательства и зарегистрировались на сайте ГИС ЖКХ. А коммунальщики разъясняют, что одной регистрации дело не закончится. Им после регистрации придется отчитываться за каждый рубль, взятый с потребителя. На сайте предусмотрена отчетная форма 800 пунктов, а заполнять ее жилищники не в силах. Конечно, это большая утопия. Товарищества, наверное, они более организованные. Дома, конечно, жилкомсервисов, которые обслуживают по 400-500 домов, конечно, это будет просто сделать нереально. Между тем, согласно законодательству, управляющие компании выйти в интернет должны уже через неделю, с 1 июня. Если это требование закона проигнорировать, штраф от 1000 рублей до дисквалификации должностных лиц. Также на портале предусмотрен календарный план проверок, реестр лицензий на управление многоквартирными домами и перечень дисквалифицированных лиц. Но этот раздел будут заполнять инспекторы Госжилнадзора.